Ну все, как будто бы и не бывало нашей красавицы елочки, тишина, спокойствие, как будто бы так и должно быть. Ну все, сейчас переставим вот это, только я сейчас освобожу отсюда, потом надо будет немножко намочить и придавить вот эту тумбочку этим, господи, как называется, шкафом. Можно было, конечно, туда какое-нибудь кресло поставить, но нет, это не подходит. Папа сделал нам еще идею. Говорит, выбросьте нахер эти кресла. Да. И, кстати, как только елку убрали, смотрите, какое небо стало. Я вам честно, серьезно говорю, небо немножко раскрылось. И когда я здесь ползал, убирал вот эту гирлянду, я приоткрывал окно. И реально на улице пахнет весной. Я вам серьезно говорю, запахло весной, короче. Вот я говорю, что признаки для меня лично, когда убираешь елку, это к тому, что вестник весны. Это вот один звоночек, да? То есть, если когда осень для меня, что значит? Либо предстоящее дело идет к зиме. Ну, это понятно, что погодные условия, это дождь начинает идти мокрый, со снегом там еще что-то, серость, день укорачивается. Все это точно так же и шины, когда я переобуваю зимние, летние на зимние, все это признак, такой звоночек для того, что впереди неизбежно уже зима. А весна, это вот у меня несколько таких, да, во-первых, когда пахнет, ну, понятно, что день увеличивается, больше солнечных дней появляется, проясняет вот так вот больше. Погода, тучи стали чаще расходиться, не вот эта серость московская зимняя, да, осенняя. Вот, ну и плюсом, когда убираешь елку, пахнет весной, и самый главный звоночек, это когда уже лето, когда уже неизбежное лето, это, конечно же, точно так же переобуваешь ты резину с зимней на, я почему-то туда показываю, что там резина стоит, зимней на летнюю, ну и после того, как еще и устанавливаешь, вот там вентилятор стоит у меня вон там, вот, когда уже вентилятор устанавливаешь, ну все это неизбежное, значит, лето. Так, вот эти я сейчас штуки здесь тоже красиво потом поставлю. Протру сегодня уже не буду, что спина болит. Так, наставлю. В общем, мне надо будет еще куда-то. Паша хотел сюда поставить красиво кукол вот этих вот, но решили пока не ставить. Я говорю, Паш, туда не ставь, потому что нужно, чтобы была сухая погода, что здесь конденсат у нас появилась, короче, плесень черная причем. Здесь ее вот не так видно, вот она, видите? А и вот здесь ее хорошо тоже видно. Вот там, вот она, видите, вот черная плесень. А из-за того, что в этом году холодная зима, и у нас тут конденсат. Тут топишь, приоткрываешь все равно, чтобы сюда хотя бы что-то прохладный воздух заходил. Тут, чтобы там было немножко попрохладнее в квартире. Здесь, чтобы все не перемораживалось, все эти заготовки. Ну, в общем. А если открываешь здесь, то у нас сразу холодрыга. Ну, в общем, поняли. Поэтому конденсат очень часто вот на этой стене образуется. Даже видно, видите, здесь сухо, вот сухо. А здесь вот прямо вот видно, видите, а это все сырое. Там тоже сухо. В общем, как-то так, частями. В общем, сейчас понятно, что это все просохнет, потому что на улице стало вроде чуть-чуть потеплее. У нас будет и балкон приоткрытый, и это все будет влага испаряться. Короче, что я потом говорю, просохнет, потом я хочу, у нас есть еще спирт, посмотрю еще какой-то, может быть, достану, купить пульверизатор такой садовый, туда спирт накачать, все вот это обрызгать, потому что очень хорошее средство, Света подсказала с ее мужем, что, короче, что он избавляется, можно от черной этой плесени избавиться с помощью спирта, вообще спокойно, хоть где, хоть в холодильнике, в любом, хоть в ванной, вот это обрызгаю, а потом купим. Покрасим еще раз. Это вот дом рисионка или как чем-то мы красили. И все. А папа мой сказал, вот эти кресла тоже выбросить нахрен. Кресло выбросить. И поставьте, говорит, сюда стол. Я говорю, так стол нужно купить. Паша идеи тоже сказал. Ирина Малова, 1000 лет. И я хотел сначала, потом уже я с Пашей разговаривал. Ирина с Пашей разговаривала, что, говорит, вот эти старые кресла нужно выбросить. По сути дела, они вообще нам не нужны. Стоят, мы раньше в них здесь сидели, ставили сюда, открывали окна, сидели здесь, когда еще пиво могли, если выпить там когда-то летом по бокалу. Сейчас мы пиво тоже уже 100 лет не пьем. Могли, так скажем, здесь посидеть, подрынчить, подрынчить, или как это сказать? Кто подрочить получилось? Ну, простите, так получилось. Вот, короче, потрандычить, или как, потрандычать? Надо, наверное, потрандычать, раньше было такое слово в лексиконе у меня.
ну, типа поговорить, побазарить, по чем-то помусолить, какие-то планы построить. Ну, вот в этих креслах мы сидели. А сейчас они такие старые, только кошкам они нужны, когти пообдирать, поточить. Вот, и Паша вот этими штуками пользуется, тоже старыми вот это вот штуками, они страшные. Он что делает? Он вот сюда их ставит вместо кресла, вот на спинку получается, вот так, и смотрит телевизор, потому что он лежа смотреть, говорит, я не могу, сидя тоже нам неудобно, телевизор, видите, здесь, нам по сути нужно-то было, чтобы телевизор вот здесь где-то по центру стоял. В общем, не знаю, как-то что-то должно было быть не так, как есть. Вообще у нас мечта, конечно, кресло поставить, но кресло нам ставить уже реально негде. Если мы, конечно, бы спали на одной кровати, у нас бы дивана бы не было, мы бы спали на одной кровати, и кресло мы бы куда-то сюда поставили, либо еще, в общем, что-то придумали. Но так как мы спим по раздельности, и у нас два спальных места, поэтому кресло нам вообще некуда ставить. Вот. И, в общем, что папа предложил, тот старый стол, который у нас в прихожей, в коридоре стоит, поставьте сюда, ничего не покупайте, поставьте его сюда, купите стулья, либо стулья сюда с кухни принесите на летний сезон. Он как солнышко выходит, смотрите. Вот, и вроде кушаете здесь, как ты планировал, но стол-то большущий, то есть он если уже стоит вот так, надо его померить. Еще плюсом расправиться, получается, его одно крыло, то ходить здесь будет неудобно. Я там думал тогда в Икее вот такие небольшие прямоугольные столики были, раскладные. То есть они, знаете, как стулья садовые такие, раз, разложился стол, накрыл, поел и так оставил, и два стульчика. Все, типа вот такого. Ну, либо 4 стула купить на всякий случай. Но тогда нужен просто чуть-чуть прямоугольный стол, который вот так вот бы стоял. Все равно. Если кто-то приехал, уже развернул, сел, поел, грубо говоря, да, и потом его раз обратно. А на зиму его вообще собрал, как разборные стулья и столы. Раз собрал, они так собираются и в сторонку. Так что вот. Но я думаю, что он сюда не влезет, потому что он слишком широкий будет. Слишком широкий. Все, ребята, все сделал с Павликом. Павлик помогал, конечно, и я тут. Он тут без меня тоже много чего сделал. В общем, по очереди. Лекцию по помню. Хорошо, Паш. Я повесил там что. Все, молодец. Тряпочку повесил там. Ага. Вот. Ну, в общем, Маруська нам тоже помогала, а эта кочерыжка где-то у тебя, да, спит? Да, на сумке. На сумке. В общем, что мы сделали? Анжелика, надеюсь, нас, если что, поправят. Все-таки сейчас на улице пока теплее. Здесь у нас розовая пантера. Я, короче, к розовой пантере посадил сюда в качели, так скажем, пока зайца. Все-таки здесь такая у нас комната, чаще всего летом, осенью мы здесь, поэтому я и хочу сюда стол поставить, чтобы здесь было нам с самого теплого времени года, ну, чтобы вы поняли мою идею, да, грубо говоря, опять в это же место. Вот с мая, например, с апреля будет температура воздуха на улице, например, 15-20 градусов. Здесь очень комфортно сидеть, завтракать, обедать, ужинать. Очень круто, чем на кухне, например. Вот через окно подал, все поели, убрали в посудомойку. Все круто, чисто. Единственное, что нужно, конечно, посмотреть вот эти столы и стулья. Поэтому сюда зайца посадил. Включил у меня уже летом и весной. Просто гирлянда, ну, лента вот эта вот, она переливается. Мы ее часто оставляем. Вот, спасибо Васе и Ирине, которые нам сделали там розетки. В общем, все у нас сейчас тут работает. И здесь кнопочка везде переключать режим. Но она тоже, видите, старая, поэтому светит как попало. Ну, в общем, пока светит, как светит. Вот, поэтому там вообще уже низ самый не светится. Ну, в общем, неважно, это надо где-то заказывать. Сейчас все на Озоне. Раньше мы в садоводе это искали. Сейчас все это можно на Озоне купить. Потом тигренка вот этого. Мы каждый год хотели либо вот этого брать с собой в путешествие в Крым, чтобы где-то он в кадре появлялся, либо вот этого маленького я посадил сюда. Все-таки здесь я все промыл, поэтому домовой, либо как там его еще называли, как он называется, гномик, переехал тоже сюда жить с игрушками, с ангелочком. Здесь наверху посадил я зайчика. Зайчика посадил. Здесь же Ленин подарок. Вот дракон. Ну вот, надо, наверное, все-таки год дракона, чтобы у нас был виден. Мы его поменяем местами с этой мягкой игрушкой. Вот сюда. Вот так вот.
Я зайца бы повесил бы туда, но видите, я сюда наши куриные боков, куриных богов еще повесил. Такие у меня есть эти гвоздики, не гвоздики, а как называется, крючочки на клею. Ну, они спокойно одеваются, он достаточно много весит, ой, много большой вес выдерживает. Вот, поэтому посадил сюда. В общем, все здесь протер, все чисто, абсолютно. Поэтому игрушки посадил здесь. Но зайчика пока маленького сюда. Я бы его к стенке, но видите, если я его к стенке посажу, тогда он закроет куриного бога одного. Поэтому он здесь сидит. Мне кажется, так даже неплохо. Вот местами поменял. Самое главное, чтобы было видно все. Дракон, Эйфелева башня. Ну и здесь тоже все протер. Это Юля нам дарила подарок новогодний. Вот, это нам тоже кто-то дарил. Утят, уток этих, это мы с Пашей покупали, по-моему, в Калининграде. Или в Крыму, по-моему. Ну, в общем, все протер. И вот третья полка, вот у нас четвертая так вот получается. Низ пока так. Вода у нас здесь всегда, поэтому вода водой. Ничем не закрыть, но я думаю, тут ничего. Ну, а банки, помидоры, огурцы, вот это все подъестся. И потом тоже полка освободится. Раньше у нас эта целая полка была занята, извините за выражение, под никотин. У нас здесь пепельница стояла, сигареты лежали, электронные сигареты, зажигалки, спички. Чего столько нет. Сейчас видите, какая чистота и порядок. Вообще красота, как мне кажется. А вот единственное, что немножко вот это в тени. Ну, я бы вот сюда бы еще какую-то бы такую же ленту повесил. Вот сюда. Но сейчас же их много современных. Это все старье висит уже 1000 лет этим лентам. Сейчас все с пульта переключается. И просто белый свет, и просто синий свет. Любой радуги, какой хочешь. У нас здесь они просто либо переливаются, либо, в общем, белый только светом горит. Ну, вот сюда бы я тоже бы повесил вот так вот. Для чего? Для того, чтобы, ну, вот это место освещать, если здесь будет стол. Либо, наоборот, по низу. Вот здесь вот, вот под... Вот здесь вот как раз есть место. Вот где-то вот такое вот здесь. Я бы здесь вот тоже его приклеил. Но это уже нужно с кем-то консультироваться и как-то делать. В общем, вот так вот. Вот. Ну, ангелочек тут как висит, так и висит. Можно было его, конечно, тоже вот туда прифигачить. Куда-нибудь вот сюда. Вот куда-нибудь вот сюда. Ангелочка. Вот так вот на гвоздик. Ну, мне кажется, это уже будет перебор. Сюда. Сюда. Просто здесь они пылятся. У меня здесь много что, чего висело. Честно говоря, у меня висело здесь висит и вот ангелочек. Это мне еще подруга из Екатеринбурга 1000 лет тому назад присылала. И у меня висел здесь и вот этот вот мама дарила то, что этот как он называется в машине у меня был зайчик. И кто-то еще у меня. А, вот этот пони. Ну, в общем, вот так вот тут. Вот. В общем, вот так. В общем, мне кажется, достаточно симпатично получилось, как вам кажется. И успели и убраться, и немножко даже. Ой, то есть елку убрать и немножко прибраться. В общем, все. Еще все там. Минут через 10 обед будет готов. Макароны с шпротами. Макарон со шпротами. Это тут довольная сидит, смотрит. В общем, хотел, чтобы был один влог, а из одного получилось два. Ну и хорошо, ну и посмотрите. Поэтому не забывайте пальчики вверх ставить. Вот. И в том видео, которое вы посмотрели, и это видео тоже. Вот. Ну и сейчас на улице уже... А сколько сейчас, Паш, время? Который час? Кстати, а? Шестнадцать 16:37, половина... 16:37. 37 без 20. 15, 16 без 25 доходит. На улице, кстати, еще достаточно светло. Но единственное, что сегодня пасмурно, поэтому, так скажем, пораньше темнеет, а уже я уже говорил, что минут на 45 день прибавился. Вот. Ну и сейчас вам покажу, что я тут сделал. Вот все-таки сейчас надо будет думать, что делать вот с этим местом, с углом. Ну, вот это вот, да, то, что пустовато. Картину, либо часы сюда какую-то надо будет посмотреть. У меня была идея фикс, но я не хочу. У меня раньше в Перми, когда я жил, у меня была прикольная идея. У меня похожая была квартира там. А вот у меня, так как я один жил, у меня вот так вот стоял диван. Здесь стоял кресло одно. Рядышком вот так вот второе, и здесь у меня было рабочее место. И над рабочим местом стол стоял, и у меня были вот так вот развешаны различные эти, как называются,
фотографии, там с теплохода, еще какие-то значимые места. Я думал, что сюда как-то сделать. Кто-то даже говорил коллаж какой-то сделать. Вот. Но коллаж это нужно, знаете, какой-то прямо, что профессионал делал. И у меня почему-то коллаж с фотографией, чтобы не фотографии были, а прямо на листе, например, какого-то формата не А1, а А2, то есть ватман и наполовину. Вот. Либо даже как размером ватмана в красивом, не в багете, конечно, в какой-то рамке. И там, чтобы был вот этот фотоколлаж сделан из личных фотографий, то это будет прикольно. И из поездок, и так вот где-то какие-то знаменитые места. Будет прикольно. Но это же нужен тот, кто работает в фотошопе, либо в Корле. Я тоже раньше работал, чтобы эти все фотографии нужно скачать, чтобы их сделать, а потом кто-то должен это распечатать. Вот. И самое главное, где и как это вообще делается, не делается, только, наверное, под заказ. Ну вот. Но маленькие фотографии, не знаю, мне кажется, здесь они не очень будут. Хотя, не знаю, короче. Вот, короче, вот так вот. Поэтому надо что-то думать. Стена пустая, и видите, самое главное, что надо лампочки вот туда, вот такие белые, вставлять. Почему? Видите, они какие желтые, и они достаточно темно смотрятся. Сейчас, если я выключу вот этот верхний свет, видите, белые лампочки, а там не видно, видно вам не видно, там желтые. И очень темно. То есть те, когда обои страшные, которые бесячие были, которыми переклеили, они отражали свет, там было больше белого, а эти поглощают, помимо того, что еще желтый свет теплый, так еще и обоями все это поглощается. Так, ну и что я тут, несмотря на то, что на улице, видите, вот так вот хотя бы посветло, он еще светло на улице, ну вот, но здесь в комнате уже сумерки. Вот сделал такую композицию, смотрите, как сказочно смотрится, смотрите, как переливается. Работает у меня орошитель воздуха. Доставил одну гирлянду лампочками, которая, так скажем, совсем к Новому году никак не подходит, так скажем. Ну, просто лампочки, лампочки. Поставил сюда этого товарища. Вот. И ну, далеко он стоит от пары, если что, чтобы не переживали. И вот он светит вот так вот наверх. Спасибо большое, кто в телеграм-канале написал, отправил фотографию. Мне, кстати, ее надо сохранить, как, в общем, отображается вся эта история. Сейчас свет выключим. Посмотрим. Чтобы не совсем ярко было. Да, кошки, кстати, никак не реагируют. Ну, они же, не, видите, не крутятся вот на стене, получается, видите? На стене. Чуть-чуть есть вот эти вот звезды, так скажем, а вот так вот он светится. Смотрите, как красиво. Ну, еще на улице плюсом не совсем сумерки. Вот на потом с пультом еще поработаю, посмотрю, как это делается, переливается. Ну, мне кажется, круто достаточно. Видите, и елку убрали, и все-таки уже такая весенняя погода. Лежи, смотри на это звездное небо, которое крутится на пол. Ложись, как ребятенок мечтает чем-нибудь. А с пульта вообще можно потом так вот оставлять, как ночник, потом выключить и все. Вот. Ну вот сейчас посмотрим, как Маруся реагирует. Ну, он никак особо. Особо никак. На самом деле сейчас вот темно, и видно, что когда на кухне в телеграм-канале показывал, видно было то, что как будто галактика, она совсем вот такая вот малюсенькая. А на самом деле вон она куда уходит. Знаете, даже ощущение, как будто бы это и галактика, и как будто бы это северное сияние. И даже вот там, вот где-то вот над Пашиной кроватью, вот, видите, светится, даже там светится. Вот, видите, как круто. Какими-то частями. В общем, я вообще, конечно, рад, что мы ее купили. Еще бы такое купить на кухню. А вообще у меня была идея на балкон поставить такой же. Ну, агрегат этот. В общем, две штуки. И вот так вот по настроению включай. Пусть светится, радует взгляд. Ну, сейчас пока темно. Летом не знаю, когда мы будем ее включать. Летом чуть позже. Ну, в любом случае, это круто. Это круто. Покупайте своим родным, близким. Постараюсь оставить ссылку в описании. Это заказывали на Озоне, это не реклама, а просто так, как там была акция. Кстати, не знаю, закончилась, не закончилась. Ну, называется «Космонавт», либо, как же он правильно называется? Как же он называется?
Космос. Ночник Космос, что ли, если в Озоне наберете, либо в Альбересе. Видите, в телеграм-канале можно оставлять ссылки. И там сначала я скинул свою ссылку в Альбересе, ой, в Озоне. Он стоил 1500 рублей, что ли. Потом девчонки скинули, что на Озоне. А в Альбересе скинули девчонки потом, что там дешевле он был. На 1050, по-моему, рублей. Практически разница в 500 рублей. Но так как в Альбересе мы не пользуемся. И, в общем... Вот такая красота. В общем, покупайте. Хороший подарок вашим детям будет. И вообще тем, кто людям, как я, взрослым, любит астронавтику, космонавтику. В общем, это здорово. Единственное, что нет розетки USB шнур, и розетку нужно либо отдельно покупать, либо ну, брать от того, что у вас дома есть. От какого-нибудь старого телефона, либо еще что-то. В общем, прикольный ночник. Очень круто. Очень круто, очень круто. Просто такие ночники, они есть, но там есть какие-то кружками, есть какие-то, знаете, сферами, как бы вот они разные есть. Но я долго на него смотрел, и Павлику как-то дня, не, не дня, дня, да, дня 4-5, наверное, назад. Я говорю, скинул ссылку, он заказал его, и вот буквально там несколько дней назад он пришел. Ну вот. Но это круто, потому что можно действительно подарить хороший подарок. Если вдруг кто-то захочет подарить мне такой подарок, скидывайте. Мне надо еще две такие штуки. Две. Две я прямо сразу закажу. Один у меня будет на балконе, другой будет на кухне. А еще что я хотел сказать, что надо смотреть, я читал очень много отзывов, потому что там я говорю, что их очень много разных. Но вот эти писали, что они типа самые лучшие, типа яркие, свет меняется, краска меняется, меняется, значит, яркость звезд, меняется яркость самой вот этой вот галактики, скорость меняется, вращение. Единственное, что, конечно, хорошо с одной стороны, с другой стороны плохо. Вот если бы еще была бы функция звезд вращения, вот это было тоже круто. Что захотел, они начали вращаться. Захотел, они просто горят, либо просто мигают, либо, ну, в общем, что-то чуть-чуть недоработано. Но опять же, да, как елку я вам говорил, что у мамы сейчас уже ультрановые, гирлянды, капли росы у нас еще самые первые, все с пульта, все автоматизировано, человечество идет вперед в таких штуках, особенно Китай. Ну и лента на балконе, та же самая история, что она, видите, уже сейчас можно заказать. Мы раньше на садоводе искали, бегали, торговали, чтобы подешевле. Метрами нам обрезали. В общем, дурдом полный. Сейчас все это можно купить на Озоне, на Валбересе, в любом вот этом вот интернет. Что, идем? Еще смотри, как цирк на воде прямо у тебя. Ага, у меня прямо цирк на воде. Мне так нравится. Вот. В общем, красота. Как тебе, Паш, мое изобретение? Это балдеж. Балдеж, девочки. Балдеж, девочки. Ну, в общем, ладно, что, готово? Ну иди выбирай там. А что мне выбирать-то Сначала там? надо выбрать шведский стол. О, Господи, ну пойдемте, девочки, мальчики, посмотрим, что он там выбрал. Ой, то есть, как называется, что он там наготовил. Идите, выбирайте, говорит. Так, сразу это мне на вечер. Не надо мне сюда смешивать. Селедка с макаронами вообще не сходится. Вон макарон он варит. Колбаска вот мамина. Сыр. Кстати, вот сыр. Макароны, сыр. Горбуша, шпроты. Это вот тоже можно, можно, кстати. Ну, рыбное. Вот это подойдет. Ну, выбирайте что-то одно. Что-то одно надо убирать. Конечно. Я хочу шпроты, но я боюсь, последний раз, когда ел шпроты, у меня почему-то было... Ну, давай шпроты. Шпроты. Давно не ели. По классике решили. По классике, да. Макароны Шпроты. со шпротами. Ну, вот... Никогда так не ели. Ты ел гречку со шпротами, я так не ем. Я люблю шпроты с картошечкой, например. Либо на ржаной хлебушек положить на какой-нибудь на сухарик. Вот. Но шпроты вообще 1000 лет не ели. Короче, решили взять. А что мы их взяли, я что-то и не помню. Кто-то их делает такое, что мы их утонули. Не вижу, кто делает. Калининград. Калининград. Вот написано. Прям как вам показать? Вот. Миссия Калининградская. Область, город Советск. Поэтому вот и их потонули. Наши любимые его региона шпротинки. Все. Будем сейчас кушать. Тут
тарелочку уже. Ну, в общем, все, в принципе, убрал. Сейчас самое главное украшение, это уже сейчас к Пасхе. Все, уже Пасха. Так, ну там надо все равно включить, чтобы радовало взгляд. Что, Вася зря старался, что-то. Так, ну все, и тут все убрано, в общем, ребят. Время 5 часов, а мы еще даже, честно говоря, и не обедали. Позавтракали, что-то я не помню, сколько. Вот целый день и работа, и уборка, в общем, все как-то быстренько у нас в этот раз получилось. Так, ну и Васе отдельное спасибо за подсветку. Да, альдент. По помидорам перебор. Ну, я-то хочу. В ресторане вам так не подадут. Павлик уже там, правда, перемешался. Он сказал одну помидорку. Короче, не думаю, что тут себе навалил. Так. Шпроты. Помнишь, как это, как ее зовут? Из Comedy Woman-то. Скулкина. Ты видишь, говорит, я хлебушек в маслечко из-под шпрот, говорит, макаю, кушаю, возьми ты трубку, что-то у них там был какой-то этот... Секс по телефону. Секс по телефону, да, с этой, как ее зовут, с Медведевой, да. Чуть все равно крабовые палочки. Все, всем приятного аппетита, если что, позже встретимся. Не знаю, второй влог уже, да, нет, пополам, или как там получилось. Приятного аппетита всем, кто будет кушать сейчас. Вместе с нами. Ну, мы-то сидим, и вы, может, там кушаете, точите что-нибудь, смотрите нас. Ветки брали. Сколько, получается, 2 с лишним недели подлежали? И месяц. Месяц. Представляете, да? И даже не отваливается. Ой. Блин, у нас лифт стал куда-то ходить, вообще не туда. Первый этаж, а приехали на второй. Он говорит, первый. То нажимаешь, блин, на 10-й, приезжаешь на 11-й. Короче, пролежало, получается, столько время. И даже, видите, ветки не эти иголочки не отламываются. Вот это московские, эти, как их зовут, елки. Еще может быть такое, что у нас бывает, что на втором этаже кто-то вызывает лифт, не дожидается и уходит. Вот, например, тут вот сейчас двери выбегают. Так, ну что? Идем на улицу, выйдем. Кстати, так хорошо на улице. Тепло, ветра нет. Но я долгосрочный прогноз посмотрел, там в феврале что-то опять там -25. Ну, понятно, что этого может быть не быть, потому что долгосрочный прогноз они выставляют как? Просто несколько десятилетий смотрят, среднестатистическую температуру выставляют, и больше вероятность, что может быть это погода и будет, но и меньше тоже, что ее может не быть, потому что она не во все года. Не во все года. А как ты считаешь? Ну вот прогноз погоды, например, на 20 февраля как составляется? Если они не могут на завтра сделать прогноз погоды, вообще все удивлены, что вот когда снегопад пошел, что он там был, или как он там, что сказали, что он там пойдет 12 числа, например, в 3 часа дня, и сутки типа будет идти, ну и то ошиблись, что-то он там прошел, а потом к вечеру уже и его не было. Снега очень много, просто очень много в Москве в этом году, очень много снега, чрезвычайно. Вон еще у кого-то светятся гирлянды наверху, видите, в окнах гирлянды горят. Мы уже убрали. Ну, у кого-то они долго стоят. Я говорю, что кто-то ставит аж 1 декабря. Вон гирлянда тоже. Кстати, там гирлянды не было. Такое ощущение, вот сколько мы ходили, вот только ее включили. И трамвайчик вот новогодний пошел. Вон, видишь, гирлянда на 3-м этаже. Их там не было никогда. Ну, у МЧСников еще гирлянда светится во все. Паш, пойдем. В общем, это... Господи.
кого как, короче, кто как елки ставит, так и убирают. У кого-то круглый год стоит. Видите, ну я не видел, у меня ощущение, что вот они только вчера нарядили. Может, они китайский Новый год встречают? Потому что, ну реально не было. Сколько вот я ходил, вот она только ее включили. Ну, не обратить внимания невозможно было. Потому что сразу взгляд падает на окно. Потому что мигает. Практически в этом доме никогда никаких украшений нет. И не было. А тут раз и украсили. Странно.